То, что произошло на играх в 2018 в Корее с Евгением Медведевым – жуткая травма. Это не просто серебро вместо золота. Медведева – сильнейшая фигуристка последних лет, абсолютный фаворит игр, показала великолепное катание, несмотря на травму. И это чудо, и это подвиг. Но оценки выше судей поставили Алине Загитовой – прекрасной и талантливой, той, что ворвалась в элиту, казалось бы, из ниоткуда и выиграла. Сходу, сразу, без видимых глазу обыватель усилий. Медведева должна была войти в историю как великая чемпионка, а вместо этого была вынуждена изображать радость от серебра. Дальше началось странное. Сначала слух о ее желании выступать за Армению, но Женя ответил со сталью в голосе. Что за глупое предложение? Потом вдруг решение вести ледниковый период на Первом канале. Для действующей спортсменки, пусть и травмированной, редчайший случай. Что это? Добровольное завершение карьеры? В это нельзя было поверить. И вдруг новое решение. Евгений Медведев уходит от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орселу. От тренера, который лепит одну чемпионку за другой. Все для победы. Так, как это делали наши великие тренеры прошлого. Тарасов, Тихонов, Камилевский, Лобановский. В любом случае, Женя не должна сломаться. Железные девочки не ломаются. Единственное, что может ее остановить, это состояние здоровья. И хочется верить, что все с Женей будет хорошо. А вот Этери Георгиевны есть новый вызов воспитать новых чемпионов, которые вылетят на лед и выиграют. Пусть все снова решится на соревнованиях.